Если ваш заработок вас не удовлетворяет, значит, вы недостаточно инновационно подходите к делу. Эту цитату Илона Маска каждый может трактовать по-своему. Но сегодня сложно не согласиться с суждением, что привычная для всех людей работа может не приносить ни удовольствия, ни денег. Мир не стоит на месте, и получать копейки за тяжелый труд уже явно не в моде. Ведь есть способ превратить заработок денег в увлекательное и легкое занятие и стать в один ряд с гением Илоном Маском. Хотите узнать, как это возможно? Тогда досмотрите это видео до конца. Вы на канале «Заметки миллионера». Пополняйте ряды будущих миллионеров, просто нажав на кнопку «Подписаться». Глаза многих людей сегодня пристально следят за такой одиозной личностью, как Илон Маск. Для миллионов он является кумиром, и это неспроста. Ведь все, за что берется Илон, начинает приносить деньги. Будь то электромобили, платежные системы, полеты в космос. Каждую такую задумку Маск обернул в прибыль. Такие способности можно объяснить холодным аналитическим умом и правильными вложениями своего капитала. Илон Маск не разбрасывается деньгами, он распоряжается ими предельно грамотно, вкладывая их только в денежные проекты. Сейчас бизнесмен увлекся криптовалютами, но не привычным для уха биткоином, а загадочным для многих NFT. Дословно, NFT расшифровывается как Non-Fungible Tokens, или невзаимозаменяемые токены. Илона завлекла возможность разбавить угрюмый мир криптовалют уникальными предметами искусства, что и позволяют делать NFT. Сам Илон назвал себя технокоролем и продюсером электронной музыки, выпустив трек про NFT в формате NFT. «Я продаю эту песню об NFT как NFT», — написал бизнесмен у себя в Твиттере. После твита, сделанного Маском, на токен обратили свое внимание многие известные музыканты, спортсмены и, конечно же, миллиардеры. Цена на разнообразные вещи в формате NFT подскочила до небес, а вложение денег в такие криптоактивы стало трендом в финансовом мире. Упрямцы отнесутся к этому с недоверием, но мы шагаем в будущее и можем зарабатывать на нем уже сейчас, констатирует Маск. Еще несколько месяцев назад практически никто не мог поверить, что люди будут платить баснословные суммы за цифровое искусство. А теперь NFT можно считать одним из основных трендов современного мира. Например, в феврале пользователи трех топовых NFT-платформ NBA TopShot, OpenSea и CryptoPunks продали цифровых объектов на $342 миллиона. Для сравнения, в декабре объем продаж на этих площадках составлял всего лишь $12 миллионов, в 28,5 раз меньше. Кроме Илона Маска, на рынок NFT вышли такие звезды, как миллиардер Марк Кьюбан, рэпер Эминем, мать сына Илона Маска и певица Граймс, а также много других. Не отстает от трендов мира финансов и компания Chatix. Это один из самых быстрорастущих криптовалютных сервисов Telegram. На протяжении 3 лет Chatix пристально следит за тенденциями среди криптоактивов и надежно обслуживает криптотранзакции людей по всему миру. А к 2021 году из криптовалютной биржи в мессенджере Chatix вырос до инновационного сервиса, имеющего на своей базе собственную систему перевода платежей, мультивалютный кошелек, торговую площадку и платежную систему Chatix Pay. На этом их развитие не останавливается, ведь сервис уже в этом году планирует подключить мобильное приложение и запустить систему криптовалютных депозитов. Примечательно то, что бирже Chatix удалось одной из первых на волне популярности NFT привлечь свою команду художников к созданию коллекции невзаимозаменяемых токенов под названием Chatix Robots. Перед тем, как я подробнее расскажу о Chatix Robots и какие они перед вами открывают перспективы, хочу попросить вас поблагодарить меня за проделанную работу. Тем более, что сделать это очень просто. Нужно всего лишь поставить лайк под этим видео. Chatix Robots — это целая вселенная, представленная роботами, которые имеют уникальные характеры и личные истории. Команда создателей Chatix уверены, что такой проект поможет людям реализовать свои творческие фантазии и вприбавок заработать на этом. Chatix Robots впервые в истории NFT на протяжении 99 дней будет дополнять свою вселенную новыми архетипами роботов, таким образом заручившись поддержкой музыканта Pixelord, а также рядом других художников. Chatix буквально-таки устроит
контроль и раздачу NFT в виде роботов. Этот челлендж стартовал 21 апреля этого года, а количество копий, которое может выпасть вам, колеблется от 9 до 99. Конечно же, это отличный шанс как для новичков, так и криптоэнтузиастов обзавестись собственной уникальной коллекцией NFT. К тому же, чатикс приготовили огромный сюрприз для тех, кто купит хотя бы одного из 99 NFT-роботов. Ведь такой покупатель в конце челленджа может получить новенькую Теслу модель S и почувствовать себя реальным Илоном Маском. Для тех, кто соберет всю коллекцию, тоже гарантированы призы, которые нельзя будет получить каким-либо другим путем. Финал розыгрыша состоится уже 9 сентября, поэтому я поспешу показать вам, как же приобрести один заветный NFT «Чатикс-робот». Итак, для покупки вам потребуется создать учетную запись на chatix.com и приобрести эфириум, потому что эта валюта является наиболее подходящей для покупки NFT. После регистрации вы по уникальной ссылке переходите в Telegram, где базируется ваш кошелек Chatix. При нажатии кнопки «Купить» приобретаете нужное для покупки NFT количество эфириум. После удачной операции криптовалюта сразу окажется в вашем Chatix-кошельке. Далее, дабы сэкономить время на бирже с NFT, скачивайте кошелек для браузера Ethereum под названием MetaMask. При создании учетной записи в этом приложении вы должны крайне внимательно отнестись к секретному ключу из 12 слов, восстановить который при потере будет невозможно. Затем остается лишь дело техники. Вы переводите ранее купленный эфириум из Chatix в MetaMask, подключаете свой кошелек на сайте NFT Rarible и приобретаете желаемого робота. В описании под роликом я оставлю инструкцию, как купить NFT через Chatix, в которой со скриншотами описаны детально все шаги от регистрации до завершения сделки. Обязательно ознакомьтесь с ней перед началом работы. Важно понимать, что при покупке NFT Chatix Robots вы не только следуете трендам заработка в финансовом мире или обогащаетесь культурно, вы становитесь частью растущей экосистемы и дружной криптовалютной семьи Chatix. Ведь ликвидность роботов NFT заключается в масштабировании и развитии самой компании Chatix, у которой много планов на будущее по развитию своих продуктов. Также команда художников Chatix будет постоянно пополнять свои работы, что постепенно будет улучшать их стоимость на вторичном рынке. Будущие миллионеры, не забывайте писать в комментариях, о какой заветной сумме заработка мечтаете именно вы. И готовы ли вы связать этот заработок с криптовалютой? Мне будет очень интересно узнать именно ваше мнение. Криптовалюта сегодня вызывает много споров, но то, что за ней будущее, сложно отрицать. Например, зайдя на сайт CoinMarketCap, можно увидеть капитализацию всей крипты – около 2,5 триллионов долларов. Это и есть показатель успеха рынка криптовалют. Хотя всего несколько лет назад это было фантастикой. Такие люди, как Илон Маск, каждый день зарабатывают на криптоактивах миллионы, и вы тоже на это способны. Регистрируйтесь на чатик по ссылке в описании, участвуйте в челлендже, покупая один или всю коллекцию из 99 NFT Chatix Robots и получайте возможность не только заработать на обладании уникальными активами, но и выиграть новенькую Tesla Model S. Может показаться, что все это сложно или вовсе невозможно, но зачем терять время на мысли и раздумья, если у вас есть шанс попробовать что-то новое и попытаться заработать большие деньги? Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, ведь собрать коллекцию NFT Chatix Robots может каждый. А также не забывайте подписываться на канал, дабы первыми получать ценные советы из мира финансов. С вами были Заметки миллионера. Ты можешь стать богатым.